60-летняя Лариса Гузеева изумила поклонников из-за снимка с 52-летним Дмитрием Нагиевым. Ведущая программы «Давай поженимся» позволила себе вольность. Лариса прилегла на диван в объятиях Дмитрия. Рядом с парочкой комфортно расположился Иван Ургант. Звезда призвала подписчиков перестать писать ей в директ, а предложила пообщаться прямо в комментариях к снимку. Однако для этой затеи Гузеева выбрала не самое удачное фото. Артистка уже 30 лет замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. В последнее время ходят слухи, что в отношениях у пары не все гладко, а сама Лариса только подлила масло в огонь провокационным снимком. Гузееву связывали романтические отношения с Нагиевым, и поклонники не могли не припомнить это актрисе. Будущие звезды вместе училась в театральном институте. Как можно замужней женщине лежать на всеобщем обозрении с мужиком каким-то? Я думала, вы мудрая, богемная женщина, а сейчас я вижу, что вы легкодоступная баба. Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Вы сами об этом кричали в программе. И не прокатит отмазка, мы артисты, мы партнеры по площадке. Как муж такие выпады терпит? А муж не ревнует? Написали фолловеры. Недавно Лариса Гузеева показала дочь в образе Снегурочки. Телеведущая поскандалила с мужем из-за его переписки с женщинами. Ранее она сделала чувственный массаж жениху на шоу «Давай поженимся»,